Приветствую партнеров «Живой очереди», на связи Николай Жаричев, и этот видеоролик я записываю 7 апреля 2023 года, а самые внимательные уже успели заметить, что «Живая очередь» была запущена 7 апреля 2021 года. Друзья мои, прошло уже 2 года, с ума можно сойти, но согласитесь, это было вчера, то есть вот мы вчера только делали предстарт, мы вчера только запускались, а уже и 2 года прошло. Итак, друзья мои, ровно 2 года назад мы запустили инновационный маркетинг, аналогов которому нет по сей день. Никто не смог нас повторить. Нас пытались сразу же копировать огромное количество различных компаний, но в конечном итоге их запала хватало на месяц, на 2. Самые стойкие продержались 1,5 года. Наше движение, друзья мои, продолжается каждый день, и вы в чате можете это видеть. Да, не с той скоростью, с которой хотелось бы. Но, друзья мои, повторюсь еще раз, что это маркетинг с коллективной ответственностью. На многих планерках я об этом, друзья мои, прямо и открыто вам говорил. О том, что давайте ведем изменения, давайте мы там будем удалять людей, кто не проплачивает юниты, давайте мы здесь будем чуть больше забирать, более гармонично и справедливо перераспределять между новичками, между партнерами и так далее. Но любые изменения сразу же превращались во что, правильно, в негатив. Нет, нельзя, не нужно и так далее. И в этом огромный минус, конечно, того, что мы не можем что-то изменять уже на ходу. Ну, друзья мои, имеем то, что имеем, и у меня для вас будет сегодня сюрприз. Для кого-то это будет сюрприз, вау, круто, я так долго этого ждал. А для кого-то это будет сюрприз, к сожалению, с негативным подтекстом. А вопрос лишь в том, как вы отнесетесь к этому. Это исключительно ваш выбор. Относиться к этому с точки зрения радости, праздника, да, то есть, либо с точки зрения какого-то негатива. Это исключительно ваш выбор, друзья мои. Возвращаясь к нашей живой очереди. История длиною 2 года. Буквально недавно у нас только прогремели очень мощные выплаты. Иван Артюшин получил выплату 352 тысячи плюс iPhone. Я эти картинки, друзья мои, взял первый попавшийся в нашем чате. Да, то есть это, по сути, максимально свежие картинки. Вы можете перейти в наш чат, где поздравления идут 24/7. Вы можете проследить всю очередь от первого человека до последнего и увидеть, кликнув на этого человека, увидеть всю цепочку наставников. Мы были максимально прозрачны и открыты для вас с первого дня. И многих из вас это подкупало, друзья мои. Огромное количество людей, которые получили подарки в живой очереди, это действительно огромное количество людей, друзья мои. 542 миллиона 368 тысяч рублей было выплачено партнерских вознаграждений за эти 2 года, не считая огромного количества подарков. Вы просто вдумайтесь в эту цифру, друзья мои. 542 миллиона рублей. 109 тысяч участников из 95 стран в живой очереди. Двигаются партнеры из 95 стран. С ума можно сойти, друзья мои. Ну а теперь сюрприз, друзья мои, долгожданный. Потому что пришло время писать новую историю. Абсолютно на других скоростях. Я знаю, что многие из вас этого ждали, друзья мои. Живая очередь 2.0 или Social Lift. Сразу отвечая на ваш вопрос, будем ли мы что-то делать с первой живой очередью, закрывать ее, останавливать и так далее. Нет, друзья мои, первая живая очередь как двигалась, так и будет двигаться. Мы не вмешиваемся в нее вообще никак. Представьте себе, что это смарт-контракт, который написан, и разработчики туда не могут залезть и что-то подправить, что-то сделать, да, то есть, и только от людей будет зависеть движение, скорость и так далее. То есть все отдано в ваши руки, и именно вам распоряжаться с этим, друзья мои. Мы будем дальше поддерживать технически живую очередь, оплачивать работу программистов, технической поддержки, сисадминов, сервера и так далее. Но какой скоростью будет двигаться первая живая очередь, будет зависеть от вас. Мы сейчас пишем новую историю. Мы запускаем живую очередь 2.0. Маркетинг, которого раньше не существовало. Маркетинг, у которого нету слабых мест. Полностью сбалансированный, инновационный маркетинг. И это, друзья мои, не просто громкие слова. Каждый раз, когда мы что-то делаем, для нас это новый level up, для нас это новый вызов, для нас это рост. И если мы что-то делаем, мы стремимся изменить индустрию MLM в самую лучшую сторону, преподнести в нее что-то новое, что-то интересное. В 2021 году мы гремели с нашей живой очередью. Это был как магнит, который притягивал к себе огромное количество людей, потому что это был вау-эффект на тот момент. Никто до нас ничего подобного не делал. Сейчас
мы будем греметь еще сильнее. Только на предстарт новой живой очереди я планирую, что зайдет минимум 100 тысяч человек. На предстарте живой очереди зайдет минимум 100 тысяч человек. Это будет самый грандиозный, самый мощный запуск маркетинговой кампании. Живая очередь 2.0, друзья мои. Запомните этот логотип, запомните это название Social Lift, потому что это название вы будете видеть у себя в новостной ленте каждый день. Три источника активного дохода, три источника пассивного дохода и три источника внешнего захода денег в систему. Еще раз, друзья мои, три источника активного дохода. То есть партнеры будут приглашать всегда в очередь, потому что они будут всегда заинтересованы, чтобы очередь двигалась как можно быстрее. Три источника пассивного дохода. Те люди, кто не умеет приглашать, будут получать очень хорошие выплаты от активной работы тех людей, кто умеет приглашать. И самая главная, уникальная фишка, которой нету во многих компаниях, в большинстве, в 99% компаний нету, это три внешних источника денег. Потому что во всех маркетингах, которые вы знаете, там просто перераспределение денег внутри сети. Мы же добавляем к этому три внешних источника захода денег в систему, друзья мои. Это очень большие суммы, которые будут заходить в эту очередь извне. И наполнять очередь, и ускорять очередь. Об этом я вам расскажу на ближайшей презентации. Я очень хочу, чтобы вы сейчас посмотрели это видео и пришли на презентацию. И услышали, и увидели, что мы сделали, друзья мои. А сделали мы революцию в мире MLM-маркетинга. Ну и самое главное, друзья мои, еще на предстарте, только на предстарте, перед запуском самой очереди, мы разыграем до 10 автомобилей Hyundai Elantra. Новых автомобилей, друзья мои, с нулевым пробегом. Итак, друзья мои, я надеюсь, что мой подарок вас все-таки больше порадовал, нежели огорчил. Еще раз хочу сказать, что только вам решать, как воспринимать эту информацию. Мы двигаемся дальше. Мы создали инструмент, аналогов которому нету. Мы уверены, что этот инструмент принесет пользу сотням, тысячам, но я надеюсь, все-таки миллионам людей по всему миру. У нас есть 95 стран в первой очереди. Я думаю, что в новой очереди мы охватим весь мир. У нас 109 тысяч пользователей за 2 года в очереди. Я надеюсь, что только на предстарте в эту очередь зайдет такое количество людей. Друзья мои, все в наших силах. Я уверен, что у нас получится сейчас пошуметь максимально сильно, чтобы нас услышали в каждом уголке этого мира, друзья мои. Потому что мы презентуем маркетинг, которого раньше не было. Абсолютно уникальный маркетинг. Приходите на презентацию и убедитесь в этом сами. Еще раз хочу поздравить всех с днем рождения. Нашей очереди сегодня 2 года. Очередь двигалась, двигается и будет двигаться дальше, друзья мои. Все зависит от нас самих, как пела елка. Все, друзья мои, увидимся с вами на презентации живой очереди.